сегодня в центре внимания именинница библиотека, которая отмечает свой 20-й день рождения. Это тот возраст, когда можно подводить определенные итоги. Ведь в истории нашей библиотеки немало замечательных страниц. И действительно, Щелковская библиотека семейного чтения на протяжении многих лет своей работы помогала жителям, как маленьким, так и взрослым, погружаться в мир литературы. Классику, как отечественную, так и зарубежную, современную литературу, журналы и архивные выпуски газет – все это можно встретить на полках библиотеки. Но прежде всего учреждение славится своими сотрудниками, которые делают все для того, чтобы читать здесь было в удовольствие. Работа библиотекаря многогранна. В библиотеке проводится множество различных по форме мероприятий. Книжные выставки, библиографические консультации, занятия по обучению основам самостоятельного поиска информации, обзоры книг. Читатели любого возраста могут принять участие в праздниках, литературных вечерах, конкурсах и викторинах. Поздравить коллектив с юбилеем и пожелать библиотеке дальнейшего процветания пришло немало гостей. Хочется, чтобы библиотека жила еще многие лета, да. Вот. Хочется, чтобы весь книжный фонд он пополнялся, обновлялся. По сути, это спасение для всех нас, это мир духовной культуры. Мир того, что мы должны хранить, оберегать и давать нашим детям. На мероприятии выступили школьники, которые подготовили песни, танцы, а также сценки из известных литературных произведений. Мы жили на улице Стачек. Нас было четверо. Мама, папа, брат и я. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.